Сколько трюков есть в азиатском макияже для изменения своей внешности. Они огромные молодцы и, думаю, стоит у них поучиться. Лайфхак с ресницами навеки должен сделать огромный распахнутый взгляд. Приклеиваю ленточные ресницы в складочку верхнего века на клей для ресниц. Выглядит странновато. Заполняем пустое пространство черным лайнером. Потом я решила немножко вывести стрелочку. Мне кажется, вообще не сильно заметно, что ресницы приклеены к коже. Для увеличения глаз на фото вообще подойдет. А ты что думаешь про такой странный лайфхак?